Сегодня получила гуманитарку. Не знаю от кого только. Вот здесь конфеты у меня. Сейчас я хочу их взвесить. Вот посмотрите. Это 475 грамм. Ну, сахару 970, ну пускай килограмм будет. Мука будет 4800 и крупа кукурузная 5 килограмм ровно. Так что вот такое гуманитарка. Так, и все-таки я захотела сделать видео, какие конфеты нам дали. Посмотрите, два батончика, здесь три каких-то конфетки, здесь и вот такая. И все Рошен, представляете, Рошен. Это благодаря Петру Алексеевичу мы попробуем конфеты. С начала войны лично я ни разу не покупала. А потому что дорого, а потому что еще что-то, денег не хватает, а потому что кому-то надо помочь, куда-то деньги отправить. Это такая радость, это вообще супер подарочек.